Чуваши и представители общественного совета при МВД Республики обсудили организацию безопасного летнего отдыха детей. В рамках всероссийской акции «Каникулы с общественным советом» каждый входящий в его состав возьмет шефство над одной семьей, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации. Подробнее в репортаже Марины Сергеевой из пресс-службы МВД. На заседании общественного совета, которое летом проводится на базе санатория «Чувашия», приняли участие заместитель министра внутренних дел Леонид Вакс, начальники подразделений министерства. Участники обсудили вопросы профилактики безнадзорности и совершения правонарушений среди несовершеннолетних, в том числе касающиеся незаконного оборота наркотиков. Наша республика находится в хорошем положении среди регионов Российской Федерации и занимает 10-е место по стабилизации состояния, связанного с распространением и употреблением наркотиков. Также важно внимание, у нас нет детей с установленным синдромом зависимости. Обсудили общественники и создание в республике отрядов юных друзей полиции. Они уже созданы на базе 6 чебоксарских школ. Их задача – воспитать законопослушных активных граждан. При создании республиканского вот этого движения, то есть юных друзей полиции, полноценно усилить профилактическую работу за счет родителей и детей, желающих. Потому что они, как правило, очень сильно могут помочь любому вот здесь сидящему профилактическому. Летом по всей стране проходит акция «Каникулы с общественным советом». В ее рамках чувашские общественники проверяют безопасность в летних оздоровительных лагерях, совместно с полицейскими проводят беседы и тематические занятия с ребятами. Особое внимание уделяют тем, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Каждый общественник возьмет шефство над одной такой семьей и постарается помочь решить им посильные вопросы.